Всем привет, меня зовут Кононова Аня, с вами интернет-проект Faberlic Online, и сегодня я вам хочу показать ту посуду, которую я заказала себе в дом, новую коллекцию. Это просто сказка, это такая красота. И давайте же с вами начнем именно с елочных игрушек. Это стекло, диаметр у них у всех 8 сантиметров. Посмотрите, какая шикарная вещь. Это просто штучки ручной работы получаются, да. Сейчас они все приходят, шарики елочные, в такой коробочке, каждый в отдельной коробочке, да, и еще в пакетике в таком приходит, обернутый, да. Артикул 111.72, ну просто великолепное украшение для елочек. Все игрушки диаметром 8 сантиметров. Вот, поэтому я на этом не буду останавливаться, а просто вам буду говорить артикулы и показывать покрупнее. Это прям, не знаю, это произведение искусства, просто шикарно, шикарно. Это шар елочный белый, артикул 111.78, такое вот сердце. Далее шар елочный золотистый, артикул 111.70. Да, смотрите, как здорово. Да, камушки есть. Да, два камушка даже приделаны. Ну, вообще красота, красота. Далее шар елочный красный с артикулом 111.71. Да, такой как будто объемный немножко шар. Такой красивый. Ой, боже мой, какая красота. Прелесть, просто прелесть. Самый красивый шарик, мне понравились больше две штучки, вот этот с артикулом 111.79, это шар елочный, прозрачный называется, ну просто шикарный, да, смотрите, тут какие-то пайеточки, еще что-то наклеено, тут камушки, да, как вы видите, приклеены камни, ну, ой, ну вообще красота, это игрушки ручной работы и стоят вообще недорого. Далее шар елочный золотистый, артикул 111.69. Такая вот красота. Потом у нас с вами идет шар елочный белый, называется, артикул 111.77. Вот такой вот красавчик. Очень так объемно, классно смотрится на елочке. И самый такой вот прям невероятный крутой шар новогодний, он даже может, знаете, быть под подарок. Это шар, на который приклеена настоящая кружево, ткань. И приклеены вот такие вот что-то типа жемчужных полубусинок. Да? То есть, смотрите, это половинки, да, приклеены. Если тут присмотреться, все, в принципе, очень даже... да, это 111.80, все очень крепко, классно. Единственное, что есть немножечко погрешность, когда я доставала из упаковки, как вы видите, тут немножко накрошилось блесток, но я, видите, вот они немножко отпали, но я думаю, тут ничего страшного, это и от магазинских тоже может быть. Ну, просто великолепно. Я надеюсь, что эти шарики у нас много лет провисят. Пока у нас битва за них с дочкой. Я ей даю в них поиграть. Ей хочется их и поцеловать, и куда-то утащить, и в свои игрушки положить. Она привыкла, что в этом доме все ее. Немножечко разбалованное. И вы знаете, прям вот они очень понравились. Вот, ну, думаю, что к елке она уже привыкнет, когда мы ее поставим. Ну, и следующая вот такая вот красота. Это новогодний сувенир, стеклянная собачка. Каждый год компания Faberlic выпускает новый символ года. Артикул 113.38, размер 6,5 на 3,5. Это стеклянная тяжеленькая собачка. Да, то есть тут, видите, логотипчик Faberlic. Написано, очень даже крепко держится. Можно повесить на елочку, можно поставить как сувенир на полочку. Но очень-очень красиво, очень красиво. Оно пришло в такой упаковочке. Это упаковочка мягкая, из поролона. Поэтому, когда я это все выставлю уже на полку собачку, то коробочку у меня уже попросила старшая дочь, говорит, буду что-то складывать. Но очень такая красивая, тяжеленькая, дорогая коробочка. Такое можно заказывать в подарок, и это правда будет шикарный, классный подарочек. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот
такая вещь, как косметичка для кистей с артикулом 111.87. Вот, значит, размер у нее идет 21 на 8 на 3 сантиметра, и материал идет полиуретан 65% полиэстер и 35% хлопок. Да, вот такая вот кисточка, тоже от компании Faberlic. Да, ну, конечно, легко вошла, но я не скажу, что у меня сюда войдут все кисточки. Но поддорожный вариант, чтобы кисточки лежали отдельно, мне, в принципе, эта косметичка понравилась. Простенькая, обычненькая, да, то есть одно только тут отделение. Черненькая такая, не привлекает внимания, закрывается хорошо, замочек пластмассовый, на бегуночке логотипчик тоже Faberlic. Ну, такая обычная, вообще обычная, да, то есть вещица. Итак, далее, значит, такой вот магнитик 2018 год. Он такой мягенький. Я его даже еще пока не распечатывала, до холодильника не донесла. Артикул 113.39, магнит собака, размер 5,6 сантиметра на 5 сантиметров на 0,3 сантиметра, да, то есть вот тут вот 0,3 сантиметра, он плотненький, объемненький магнитик. Вот, называется магнит собака. Тоже очень красивый такой, прикольный. Вот, собачка такая радостная. Вот, далее, конечно же, больше всего меня поразила посуда. Такой красивой посуды в компании Faberlic еще не было. И попробуйте еще ее, такую красавицу, в магазине найти по таким реально привлекательным ценам. Ну что ж, давайте начнем с самой большой тарелочки. Да, тут немножко блестки попадали с шариков. Вот такая вот красавица тарелочка. Просто невероятно. Да? Согласны? Вам нравится? Это какое-то произведение искусства. Я буду с удовольствием накрывать на стол с такими классными, крутыми тарелками. Эта тарелочка идет диаметром 26 сантиметров. Она состоит из фарфора, сделанная из фарфора. И ей можно пользоваться в микроволновых печах. Вот, значит, артикул у нее 113.36. Такая вот красавица. Далее идет маленький такой вот салатник. У салатника артикул 113.24. Все из фарфора, поэтому, я думаю, вам понравится. Да, вот смотрите, какой хорошенький, аккуратненький, на стол накрыть. Я все заказала по 6 штук. И вот, если честно, пожалела, надо было брать по 12. Просто красота. Далее идет такая вот чайная пара, но они идут по отдельности. Во-первых, это маленькое блюдце, хотя совсем и не маленькое, подойдет и под тортик, и под все что угодно, потому что диаметр тут 15 сантиметров. Артикул 113.34, тоже фарфор, тоже коллекция «Зима». Ну просто, вот понимаете, это у компании Faberlic такой хороший вкус. Если она что-то выпускает, то она выпускает уже просто невероятный вкус у компании Faberlic, да, смотрите, все в узорчиках. Ну и, конечно, такая вот кружка, на удивление, большая, 300 миллилитров, то есть она удобная, не кофейная. Вот, артикул у нее 113.23, да, вот давайте сфокусирую, артикул 113.23. Что хочу сказать. Смотрите, как классно смотрится. Да? К вам придут гости чай пить, а вы вот так вот им такую кружку наливаете. Ну, просто красота невероятная. Далее, большой салатник, высокий, очень вместительный. Это уже под салаты, я думаю, на стол. Можно выставлять с артикулом 113.25. Вот такая вот красота. 113.25, очень красиво. И последняя, это тарелочка, ну просто, я так понимаю, кушать, артикул 113.35, средняя и диаметр 22 сантиметра, да, то есть вот это 26, это 22. Далее идет такой салатник, далее идет такой вот маленький салатник, да, и уже блюдце с чашечкой.
Ну, просто великолепно, да? Согласитесь, очень красивая, белая, классная. И самое приятное, она универсальная. Вы можете ей, данной посудой, легко пользоваться в микроволновой печи. Это тоже как бы здорово. Ну что ж, рада была быть вам полезной. С вами Кононова Анна, была интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте колокольчик после того, как подпишетесь, и все оповещения вам будут приходить о новых видео, или на почту будут приходить, или оповещения в верхнем правом углу, что выпущено новое видео. Всем пока-пока, спасибо за внимание.